На Олимпийских играх в Сочи казахстанских болельщиков разместят на 5-звездочном круизном лайнере. На судне имеется больше 1000 кают, а также собственный развлекательный комплекс. Известно, что поддержать отечественных спортсменов поедут 400 человек. Особое внимание уделят вопросам безопасности. Лайнер будет находиться в особо охраняемой зоне и недалеко от спорткомплекса. Его пассажирам предстоит проходить 2 пропускных пункта, сначала на терминале, а после на корабле. Еще одно новшество – это специальный паспорт болельщика. Без него в город Сочи попасть будет невозможно.